начала текущего года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено почти 576 тысяч семей. Общая сумма составила 389,8 миллиардов тенге, сообщают в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. На данное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. С 1 января все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%. В этом году на выплаты предусмотрено 474 миллиарда тенге.